Так, в два дивана пойдем, у нас есть три пала, это хорошо. Короче, в чем прикол? Рассказываю. Сзади у нас идут два человека, на них кидаются диваны. ДПС у нас вроде как нормально, сейчас латхиба открою, чекну еще раз. Ребята, всегда у вас был, блядь, такой ДПС. Свичим двух боссов сразу. Короче, объясняю страту для тех, кто не в курсе. Для ДД, хилов, кроме... Короче, для всех. Стоим в крестике. Стоим в крестике. Здесь у нас сводится два босса. Это танк Артас и господин барон Ривендер. Танк Артаза мы первым забиваем. Затем после этого мы забиваем барона Ривендера. После этого мы перебегаем на противоположную сторону. РДД идут направо на Азелика. Милики идут налево. На... Там есть... На Леди Блом. Далее. У нас изначально два человека. То есть, кого мы поставим? Получается, это будет Дреня и Тайдхантер. Они будут стоять у нас в диванах. То есть Дрени и Тайдхантеры идут вот сюда, куда я сейчас пришел. После того, как разбафуются, естественно. Встают в точке, где примерно должны стоять боссы. На них кидаются два дивана. И все хорошо. Они стоят, ждут 3 минуты. Затем мы за это время убиваем двух боссов. Прибегаем к ним. Они снимают диван и танкуют. Меняться на трех стаках на второй фазе, получается, боя. Вот. На первой фазе просто сдаем с пула Геру, убиваем первого босса. Далее Гера заканчивается, мы если не убили еще двух боссов, Который на... сдаем припоты. И все хорошо. Ребята, рейд. Рибаб, дайте, пожалуйста, по фулл рейду. У нас еще сова не сумонит. Какие паладины будут кидать дивану? Смотри, Дэги, если ты скинешь у нас диван, тебе тогда должны сразу прилететь три инера, как я понимаю, правильно? Зачем три? А, ты мили, я туплю, все, хорошо. Смотри, скидывают у нас Дэги и Никитос. Никитос, знаешь, что такое диван? Подожди, я в хиле буду? Или в ретрике? Скажи мне, тут кем быть. И на всякий случай в хиле. Рома, покажи быстрее, короче, скилл, короче, Не, этого Дэги, давай дивана. в ретрике пробнешь, если что, там у нас это. Подключится по хилу остальные ребятки. Это, короче, божественное вмешательство. Да у нас здесь нормально хилит. Вот Делоки точно нормально хилит. Локи, Антихрист, Винерс у нас, в принципе, два рестора друида и Антихрист ДЦ прохилит нормально. Здесь урона нет почти. СС на кого кидать? СС, скиньте, пожалуйста, на Никитоса и на Деги. Так, ну я по привычке на деге. Так, ну, Хекстек пока без ждем СС. вы еще пока. О, кстати, если у меня СС, да? Деги, да, я Я же тебе... сам, получается, могу встать после дивана. Куда их Долоранды собрались? Короче, идем в один диван. Никитос, стой на месте. Дреня, ты знаешь, как здесь встать, чтобы лутать два дебафа? По Смотри. центру, сейчас покажу, где. Присумоньте, пожалуйста, я нечаянно тыкнул. Какая же ерунда, я думал, он сумонит челиков. Смотрю, анимацию нажимаю, это портал. И ставьте, пожалуйста, портал рядом со шкафом. Кого сумон плюс? Вот здесь прям по центру встал. И стоишь, лутаешь два дебафа. Почему двоих на себя затамжить, мне до дивана пока, да? Не-не-не, они не двигаются на той стороне. Главное, чтобы там кто-то около них стоял, чтобы ловил дебаф.
дебаф, ловить один дрение. Шкаф поставьте еще раз. Нет, припоток чуть-чуть желтенький, съездили быстрее. Да. Да, у нас сова ушла. От души. Диван у нас кинет на дреню и кинет его деги. Как лучше бутылек, ХП или сопротивление? Здесь на Че? На ХП здесь получше будет. Ни на кого не надо кидать. Все, один деги кинет диван туда, на ту сторону, и все. Поставьте рыбку. Ставлю рыбку. Сучка, где сучка? Там на процедуру отошел, говорит, по фасту сейчас придет. Пока кушаем, бафаемся, сучку ждем. Он там не падал, у него все есть. Ну что я могу сказать тебе? Ну дропденсер — это сила, а гхард — это бомба. Это вообще, это сказка. Это песня. Это просто песня. Дай призбав. Песня — это когда пошел в Наксрамос в ретрике почилить, а тебе холи-холи-холи, а тут ты сдашь дивана, потом пизбав в бышку. Не, в смысле без бафов. Если, блядь, на тебе какого-то дебафа не будет, я этому человеку сделаю минус ролл. Как только Дэгги прибежал, у нас есть все время для того, чтобы пробафаться. В это время сдаем масс-бафы, точечные бафы, чтобы Дэгги у нас ретрик был фулл забаф. Дэгги, дружище, скажи, забафы до смерти. В общем, Дэггич, прикинь, ну вот, экспериментальный гхан в рейде, в общем, с фулл проками, в общем, 11 чапа. Как тебе такое вообще? Это в два раза больше, чем у меня. Охуительно. Это больше, чем у меня в ММе. В два раза тоже. Кстати, Лёх, я посмотрел твой спек. Это, кстати, не экспериментальный. Такие спеки были. У кого были? Вот не говори мне, что сейчас кто-то до меня еще до этого додумался. В актуале, да, такие спеки были похожие. Там они... Похожие. Но я, кстати, ни одного такого не видел, даже похожего. Это знаешь что? Это, в общем, мне вчера делать было. Ладно, говори. Это мне вчера делать было нехера, я тут, блядь, тестил. Я, в общем, полтора кэса голды проебал на то, чтобы просто скидывать таланты. Причина присутствия в рейде рядом с боссом. Не, в актуале они были похожи, там они реально отличались, там, может, пятью талантами, чем у тебя сейчас сделанные. А мы 25-е тело будем добирать? Ну ладно. Блин, а где у нас наш этот Холи Пал? Как там? Сонно или как? Забыла. Сонно, но был сегодня он вообще в игре. О, на рейд не пришел. Нас сучку ждем сучку. Ну это понятно. Блин, ему бы закрыть бы уже опять на следующий день. Так, сейчас сучка вернулась, смените сучку, пожалуйста. А, кстати, Лёх, пока сейчас умоним, а Фурика моего на ДЦ поменяешь в статике или нет пока? На ДЦ? Да. Да, кстати, в принципе, можно. В общем, давай потом... Ну потом, давай после рейда поговорим. Так, сучка здесь, сучка, у тебя что по бафам? Что тебе не хватает? Напиши, тебе дадут. Точечно. А я не помню. А каску им пока дайте по сучке. Иду. Я двух коней держу, здесь метки. Да. Каска МП-5, все. МП-5 только осталось. А норка, давай быстрее. Прям вот на ходу раздевайся. Ну только раздевайся. Рад, возьмете у меня в гильдию? Он вар, шефрот. Шефрот, сейчас закинем. Ну что, он сказал позже, что пуляем, что там?
Чё, да-да-да, всё, по деги, кидай диван, беги сюда. Сразу? До пула диван? Так можно? Да. Даже нужно. Да, кидаешь диван, встаешь и бежишь сюда. Тебе еще баф дадут. Всё, давайте, давайте быстрее. Бафы, быстрее, быстрее, бафы. Быстрее, захилили деги. Захилили, быстрее, я быстрее пошел. Бафы, 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 бафы дали. Дали бафы по деги, быстро все. Там карта с фокус. РДД, пошли урон. На пол скиньте. Геру. Вам же и, блядь, кто еще сдаст без команды, без ролла останется. Чужую сучку. Побежали. С меня снимите, блядь. Бьем, ревендер бьем. Больше, больше урона. 4 знака. Хорошо, бьем. Дрень, у тебя сколько времени? За щитой фуллрейд. 2 минуты. Полторы уже. Хорошо. Фуллрейд читуть у кого есть. Все престы зачитуть фуллрейд. Геймзал. Хорошо, побежали. Милики налево, РДД направо. Раньше я им детей направо. Ну ладно, я им детей налево, Дрень направо. Дрень. Сейчас как подбежит, я им детей снимаю уже. У себя диван. Право. Вот, на смотри, зелика. Да, на зелика беги. Сейчас ты кикай. Раньше наберись. На трех стаках меняем, сами следите. Лёха не выдержал, заговорил. Интересно, ты с вами заговоришь? Касты кикай. Поменялись. Зелика фул касты кикайте. Пивом или поменялись? Поменялись. Поменяется, на всякий случай. О, там, смотрю, там нахерачили себе баху. Ух. Жесть. Эй, прощилки, вы чё? Он в луж просто стоял. Мялись. А, всё. Харш. Она прям только что ебанула, сразу выпрыгнула меня. Не надо вот этого. Не стоял я в луже. Просто не хилили меня. Разрезайте, пожалуйста, людей. Разрезайте людей? А смысл? Встали и всё, и на восток. Тут близко где-то? А. Ой, шикарно. Я да, переслаю, чем рейды могу бить. В общем, ролим шмот.
Че, где стоит? Здесь? Или у босса? Кожа, дух, хаст. Там можете просто встать в инзайте. Две перчатки такие. Ролит еще кто-нибудь? На офспек кому-то. Из Ордру надо. Коту там, может, какому-нибудь. Или сейчас две отдам, блядь, сове. Нет, одну сове, одну мне на дис. Что, у нас стадиус, да? Стадиус, конечно. Ребятки, тыкните шкафчик. Я тыкну. А, вот а у нас еще и Тадиус оказался? Да, Тадиус. Отлично, вообще великолепно. Там что, Тадиуса вчера не убили, что ли? Ну, настал убили 500 тонн персона была. Шлем, Агила, Крит, РПБ. Там было человека 22. А, уже. Это, подожди, стой, этот, сучка, ральни, пожалуйста. Кинь ролл просто. 35, окей, тогда... Где-то есть лок хикстек, иди тренько забери. У, или задры. Ты кому, ты не мне? Нет, ты проебал ролл, там 56 был. Мы просто одну триньку ролили, потому что ее нельзя было взять, я ее оставил себе, вот. Я ролл запомнил. Кирас, воин, охотник, шаман, ролим. 213-й грудак, сет Т7. Бать, вары как накинулись. Так, Дарклорд. Дарклорд, подожди, я на каком боссе? Я на этом боссе сказал, если увижу, или на предыдущем про бомжей? На предыдущем. На этом боссе. Или на предыдущем? Так, в любом случае, Дарклорд идет минус 10 кролл. Все, пока порол. По роллу сейчас просто все пачкой придем, чтобы за каждым не бегать, не запоминать ролл. И все разролим. Остальное дальше. Да, да, вот, у меня три не смотрят. Смотрите, давайте вот здесь вот встанем, пока не будем заходить. Вот сейчас весь рейд побежит разрозненно, всех троих великанов притащит, по половину попередохнет, все как обычно будет. А, у нас танки не слышат. Не загрите пачку, просто вперед пробегайте, и все. Хил один всего, анархист только тут. Не анархист, а антихрист. Не особо меняет что-то. Да ладно! Первый анархист, не, ничего. Давайте сумоним. Там еще час висит перед ластами, дальше разролим. Ну или после ластов посмотрим. Там по таймингам еще дохуя все висит. А, триньку хикстек подойди, забери у меня. Бафаемся в серединке. Я сейчас рыбу поставлю. А, нет, поставлю, когда все придут. Когда все придут, ты его поставишь. Поставьте шкаф, сумоните, пожалуйста, людей. Миски спис, встаньте, засмонь.
Трупак, конечно, так плохо висит. Тыкайте, Сумон, тыкайте. Ребят, давайте, пожалуйста, плюс в чат, кто не знает, что тут делать. Рыба стоит перед порталом. Рыбу перед порталом сели, покушали. Ласки у кого кончились, перепили. Вот же просто скажите, по часовой против часовой. Например, да, напрямую. Короче, для тех, кто здесь не был, не знает, что делать. Изначально мы разбиваемся на два пати, то есть на две группы. Одна идет на левую сторону, другая на правую. Нам нужно одновременно убить двух мини-боссов. Мы их убиваем. Далее мы перепрыгиваем вниз. То есть нам нужно на платформу к боссу перепрыгнуть. То есть если вы будете просто идти, это не сработает. Вам нужно именно перепрыгнуть. У кого ботинки реактивные есть, можете их поражать. У кого перышко, там левитацию, всю эту херню можно поражать. И спуститься, главное, на платформу к боссу. Далее мы стоим все в центре, перед лицом босса, на краю платформы. Стоим, ждем. Танк в это время уже знает, что делать. МТ ем детей, ОТ Дреня. На левую сторону у нас пойдет Дреня, на правую сторону пойдет ем детей. На боссе Дреня Фрост стойку убирает и танкует один ем детей. Так вот, мы стоим по центру. Босс начнет кастовать сдвиг полярности. В этот момент у вас, где дебафа, появится один из значков. Либо красный минус, либо синий плюс. В этот момент, когда у вас появился дебаф, вам нужно с красным дебафом перебежать в красную метку, с синим дебафом в синюю метку. То есть плюс в квадрат, минус в крест. Все. Дальше босс периодически будет делать этот каст. Мы будем его анонсить на протяжении всего боя. У вас дебаф может либо поменяться на противоположный, либо не поменяться. Если он у вас поменялся, вы перебежали. Если не поменялся, не перебежали, стоите дальше, бьете. Также бегать, просто напрямик бежать, там есть 3 секунды, чтобы перебежать. И как только каст прошел, у вас дебаф изменился, вы сразу бежите моментально. Бросаете все свои касты и сразу бежите. Джаз дует, пожалуйста, не придумывай здесь какие-то гиперстраты. Я здесь с января убиваю этого босса по этой страте. Ладно, окей, нет проблем. Просто иногда пробегали и... Медленно пробегали. 3 секунды не срабатывали. Не, нифига. Бывало сразу ваншотом. Может, что изменить? Смотрите, когда он дает смену полярности, у вас есть 3 секунды, чтобы сменить метку. Сменяете метку, он каст не будет давать вам. Стойте, пожалуйста, еще как можно дальше от босса, милики. Пожалуйста, я вас умоляю. И не бегайте через ноги, пожалуйста, я вас умоляю. Просто от метки до метки бегайте напрямик и все. А тем, кому нужно отойти, подождите, пожалуйста. У нас осталось 3 босса. Это 20 минут максимум. Давайте Ирче на бафы на пул сначала, сейчас раскидаю пати. У кого все есть, ставят, да. У Вара не тот баф, а друида. О, теперь есть. А, Дрени, что такое? Мне заебалось Варам говорить, чтобы они бафнули ебаный крик на ТП. Приятно, типа. Спасибо. Бой начнется, бафнут тебе крик. Да-да, я в вулкане ебашил без крика. Говорим что-то. Короче, у нас по пати сейчас раскину, скажу, кому куда идти. Норка бобра, но тут вариантов немного, кто родит, поэтому как бы я не собираюсь. Так что не переживай. Че-че-че? Да, Норка бобра пишет, один отойдет, второй отойдет, потом в армию заберут, кто-то родит. Ну тут вот родить только как бы... Не факт, у нас много без войс сидят. Короче, давайте, ребят, просто по фасту пронесем, чтобы, блядь, не ждать тут, не сидеть еще пару часов. Нахуй оно надо, просто пронесем и все, закроем. Так, у нас первая и третья пати идут на левую сторону, вторая и четвертая на правую сторону.
Я согласен. Давайте ебанем быстрее. У нас еще в пятой пати... Ил направо. Илем идет на правую сторону. А, получается, Дэгги и Винерс с левой стороны. Делоки. Или что? Окей, Дэгги, Антихрист слева, Делоки и Винерс справа. Я тут в хиле, что ли? Конечно. Дэгги, ты вчера на ДД. Здесь Сталак сильно бьет. Типа, могут не успеть, а тебе я больше доверяю. Хуёво быть хорошим хпалом, да? Не, подожди, ну вообще слева я один, думаю, один справлюсь. Так я каждый раз фласки еще меняю. Ну, блядь, пробуйте, нет. Чё, нет? Ну, ты захилишь один? Ну, вот. именно ну, слева, всё, да. Слева захилю, да, справа вряд ли. Окей, Антихрист один слева остается, Делоки и Винус справа. Дэгги в ДД. Ну, я надеюсь, поверю в свои силы. В смысле один? Как это один? Вот так один. Ну, всё, Салаг... я уже отпил ману даже почти. Ну, Салаг, в принципе, он бьет только танка. Он ТДшников мало бьет. А Дэгги что, в ретрика или в хэпале? Дэгги в ретрика. В ретрика? Определитесь, пожалуйста. Дэггич, в ретрика спекнись, ты все в ретрика спекнись и налево уйди. Чё-то мне не верится, что он один захил. Ты недооцениваешь ДЦ. Ты недооцениваешь меня. Не, если танки хорошие, может и захилить. У танка 560 дефа, ему вообще почело. А сколько у Дрени дефа? Да вообще пофиг, все, разбежались все, давайте. Зачем? Давайте Арча на пул. Арар, шо такое? Все, поехали, пулем. По команде с правой стороны по Фойгину стоп. Справа стопните урон, пожалуйста. По Фойгину урон стопните. Справа начали. Слева стопнули чуть-чуть. Стопнули слева. Справа больше урона. Добили. Перепрыгнули. Перед боссом встали. А говорили, да что, не справится. Красава. Хорош. На пол скиньте. Один все равно падает. Скиньте нолю. Сдвиг смотрим. Красный. Ну, красный, да, синий в тень. Это фигня. Он как будто за стеной стоит. Играем. Внимание, сдвиг, смотрим за дебафами. Кого изменился, перебежали. Все,
Надо БРФ иди, иначе... Мы не пройдем по ДПСу. Количество. Да, идем, поехали. Ломайте кнопки, бейте. Рестор-друид, как будешь с левой стороны, кто-то из рестор-друидов, отойди в сторону и БРни или задру. Виннерс. Внимание, дебаф, смотрим. Кого изменился, перебежали. А дроиды, у кого есть Синер, дайте, пожалуйста, по ДЦ присту. Да, баф по ДК по возможности обновить. Сорян, проебал. Внимание, дебаф. Хочется плакать. Извиняюсь, но я улутаю просто не ебаться, сколько молний. Вы можете подальше отойти от босса? Я же попросил, ну вы чё, блин? Внимание, смотри. Не успел. Внимание, сдвиг, смотрим. Ребята, бурсты ПКД просто прожимайте. Геру дайте. Ну, да, уже. Хорошо, отлично. Присты, внимание, сдвиг. Кого изменилось, перебежали. Как встанете, один из пристов это Войд, да, и Гим на ману. Один хил остался. Прохильте танка. Без маны, один хил. Помогите по прохил, совы, присты. Ребят, падай. Да нехуй делать, ну. Слишком много ребят умерло. В центр встаньте, выпадите. Все вместе встаньте. Просто танк отойди от босса, он начнет молниями всех убивать. А танк уже умер. Надо, чтобы никто не падал. Метки, мне кажется, далековато стоят. Между ними пока бежишь, слишком много времени проходит. Чутка ближе их надо сблизить. Ближе ты их сдвинешь, ты будешь от танка, он танк так лутает, а ног. Танка я бы посоветовал не ставить к стене, это залупа чистая. Просто пускай он урон апает людям и поворачивает босса, и все, будет заебись. Скажи, пожалуйста, ты кто? Ник, скажи, пожалуйста. Войд. Еще раз. Войд. А, этот, приз, да? Мы так 20 тысяч раз ходили, все было классно. Вот так, к стене? Ну, прям так же, все было идеально. Просто никто не умирает, мы убиваем первого трая. Смотри, ну... по поводу того, что там кто-то говорил, то, что долго бежать, люди умерли не из-за того, что они долго бежали, а умерли из-за того, что проебали метки. Типа, из-за того, что ты долго бежишь, окей, ты пропустишь одну тычку в босса. Но у нас, если все будут жить, мы в берсу никогда не упремся. С таким ДПСом, типа, у нас все хорошо. Профил в том, что люди проебали метки, они умерли, в том числе хилы.
Не перепрыгнул только один шаман. Иу. Ладно, давайте еще раз попробуем. Вот, еще там трабилы, как я понял, были у этих. То есть не у этих, а у детей. У ЕМ-детей. Потому что что-то с таргетом босса было или что там? Ну, я все скиллы тыкаю, он понял. Ну, не тыкаются они. Как будто нет цели, он пишет. Я вообще не понял прикола. Ну, ты, если у тебя нет цели, ты через тап выбираешь, чтобы у тебя в любом случае в таргет. Я его и так выбрал, и через тап, и через мышку, все, он у меня в цели как бы висит. Я тыкаю кнопки, он пишет, нет цели. Я вообще сам охуел. Первый раз такое вижу. Ну, тогда милики не подходят, пока не получат дебаф. Чтобы не сагрить. И на пул, пожалуйста, у кого есть кнопочки на пул, все скиньте. Господин Рога, скинь, пожалуйста, триксы по КД на господина ем детей. Рога, кидай на меня триксы. По КД. На ханта. Дайте антихристу суман, я промахнулся по трубе. Сейчас добежим. Сетап тот же, никто ни в кого не меняет. Что не меняет, все то же самое, только, пожалуйста, люди, не лутайте чужие да, метки. Да, хитрость. Да, маленькие хитрости. Один раз не проанонсили этот каст, и сразу урон получили, как будто люди сами не видят. Да, он кастуется, босс у всех в таргете, как его можно не увидеть? Ну вот кто-то же не увидел, кто-то проебал тебя там. Один раз не проанонсили, только еще стойте, начало. Стойте, сейчас. Если чужая сучка умер в метке, следовательно, у тебя был не тот дебаф. Я тебе линканул, как я умер. Сейчас, чек. Ближний бой это Адиус Агро не скинул. Так эта перебежка была, Агро было 22%, я же тебе написал. Хуй знает, бред какой-то. Типа, если тебя убил тычкой, значит, на тебя было агро. Если на тебе было агро, значит, нам каким-то хуем скинулся танк на тебя. Это уже хуй знает, что такое. Шкаф Локи поставьте, пожалуйста, за сумоним остальных. Да, Локи, вставай, тебя никто оттуда не поднимет. А, ты тут валяешься. Поднимите, да, Локи, он тут валяется. Тыкните по шкафу. Да все, ты здесь, я вижу, поднимите. А меня, кстати... А, я думаю, это я свое смотрю смерть. Все то же самое, только, пожалуйста, не путайте метки, и все хорошо будет. Также перепрыгните тоже все. Да-да-да. Ну тык на сумон-то. Кого сумон плюс поставьте, пожалуйста. Да уже все, последнее. Антихрист. Хорошо, поставили рыбку, рыбку кушаем, разбавились. Походу багнулся этой сирус, типа такого тоже может быть. Лапку бы еще. Все, давайте, кто баф получил, по местам разошлись, и все хорошо будет. ДПС хороший, здесь на этом боссе нужен только ДПС и не умирать. Все, кто сейчас умер, пожалуйста, смотрите тщательнее на дебаф, и все хорошо будет. Чужая сучка, можешь не возмущаться, я тебя понял. А вары с касками, я так понимаю, нахуй посланы, да? Че? Вары с касками нахуй посланы. Дайте каску, пожалуйста. Вместо этих возмущений можно было написать в чат. Все хорошо было. А написали?
Те как бежали, так и побежали, всем похуй. Ребят, может на хилов СС скинем? Не надо, зачем? Я локи. Вообще, вообще забудьте про СС в Наксе. Кроме там некоторых боссов. Это да, локи, смойте, пожалуйста. Этому контенту здесь на Сирусе уже. Полгода. Да, просто я ткнул сумон, ткните, пожалуйста. Никитос, я тебе в палипауэре поставил каску Навара. Да локи забафайте, пожалуйста, он что-то каким-то хуем сдох. Это друид. Кто бафы дает, центр подойдите, киньте ему баф, и все хорошо будет. Каску не вижу на друле. Все. Давайте арча на бафы на пол, пожалуйста. У кого чего не хватает, так и мне. Он умер после этого. Норка, что такое? Че, давайте, поехали, пулим. Крик на ХП. Хорошо. Танк вайп. Я умер. Мы падаем. А чё вы, извините, меня дрочите? Поставьте туда второго хила. Нахуя там один хил? Да это, до этого было все нормально. Сейчас я не знаю, честно, как он упал. Лучше два хила, и будет все заебись, а не нормально. Рестер друид Дилоки, идешь налево. Так, есть диван, так что можно, в принципе, порезаться здесь, а не бежать. Грестник, кто рядом, и сумоньте, требует. Шкаф стоит пока. Дэгги, в холике идешь, и все хорошо. Пожалуйста, давайте. Убьем босса и пойдем дальше. Без всяких въебонов и прочего, без флуда, прошу. Справа два рестор-друида, слева ДЦ и прист. Ой, ДЦ и хпал. Быстрее резать народ. Те, кто валяется под боссом, можете встать, вас сумонут. Присумоньте какого-нибудь лока любого, чтобы шкаф... Да я здесь стою. Ну все. Дрэнни, протанчи его. Он так за нами и будет бежать. Давайте, танкуйте, бля, я побью. Давайте, ребят, кого сумон плюс, пожалуйста. Кого не сманули, плюс?
Давайте, ребят, справа от шкафа стоит ближе к выходу рыбка. Покушали рыбку, разбафались. И поехали по местам. У кого есть все бафы, все люди уходят по сторонам. У кого чего-то не хватает, стоит, ждут. Чё, Деги-то в какой стороне хилит? Лево, право? Слева. Торчи на бафу на пол. Все готовы, танки пулем. Бля, я сейчас выйду нахуй с этой игры, блять. Я ору, ебаные, блять, вары кричите на ебаное хп, блять. Во время боя они кричат, вижу, блять. С правой стороны опять же будете стопать по команде. С правой стороны стопнули урон. Похуй гид. Убиваете? Алло, вы что не бьете? Встали в центр, ждем. Может, гимноману сдадим по времени? Ем детей на позицию. Гимноман дайте. Дал гимноману. Стоим, ждем. Никто не бьет, только на пол скидываем все. Приз, блять, уберите. Уберите призы, не бейте никто. Ждем дебаф. Разошлись по мне. Где? Лок, когда прыгнешь на платформу, не становись никуда. Жди метку свою. Сдвиг. Сдвиг, внимание. Сдвиг, внимание. Надо же, все 25 будет, а? Лок, пробеги потихонечку в центр. То, что там стоишь, там смысла нету. Бить, поэтому я дождусь плюсовой. Пусть ждет.
немножко сдвиг. Двиг сейчас будет снимать. Внимание, сдвиг сейчас будет. Внимание, сдвиг, смотрим, сейчас будет. Ладно. Кивна Мандай. Норка. У меня был. Во враги в Наман. Внимание, сдвиг сейчас будет. Смотрим сдвиг. Играем босс. Те, кто с красным дебафом, стоят на месте. Не могут бежать в начало инста. Все, изи, страта, убили. Заходи на приста. Сейчас зайду. Спекаться, помочь похилить. Да, должно сейчас схватить. У нас ДЦ, два рестера друида, холи прист и холи пал. Я думаю, нормально. В смысле, у кого-то был хилспек еще? У Войда. Ну тут как бы только два куска. И шмот на ШП. Да я сейчас зайду на пресс. Ребят, у меня вопрос. Че с уроном? А чё там? В принципе, всё неплохо, но можно лучше. Много лучше делать. ТПС хороший, но можно лучше.
Если у вас такой ДПС будет на обычных боссах, все, вопросов не буду иметь. А на Тадиусе можно чуть получше. Совершенству нет предела, но судя по тому, судя по гиру, здесь один танк будет, ем детей. Так, блядь, сейчас подождите, я забыл то, что тут еще разролить можно что-то на меня. Сейчас разролим перед боссом. Так, короче, команды на перекур не было. Разроливаем шмотки. Кто не успел, тот не успел. Не видел, чтобы кто-то предупреждал, что отходит. Кистевой ролик. Роги, анги. Не знаю, 1.6 кому подойдет больше. Привору отходит роги больше. Драгдилер в лем бегает. Кожа, мастер. Мастер хоста. Рога. Будешь ролить, нет? Рога роль. Хорошо. Котиков у нас вроде нет, вроде. Рога дважды. Подряд один, потом четыре, что у него с роллом не то. Просто везет. То, что он один. Кольчуга. А, критхаст. Пояс интеллект, выносливость. Роль это элемы и холипладины. Подожди секунду, драгдилер, тебе зачем этот поезд, мне объясни. Угу. Иву, забирай поезд. Если вы не знаете, что это за шмотка, вы можете зажать Shift и навести, и посмотреть, лучше у вас шмотка или хуже. Дальше ролим. Сапоги, ткань, дух, хаст. Ля, какие вкусные роллы. Особенно у меня. Подожди. Круто, конечно, хекстек. Ни камней, ни чарок. Ткань, дух МП5, только на второй, на третий спек хилам подойдет, потому что он без метасокета. Голову будет ролить кто-нибудь или я на диз заролю? Норк, тебе нужно? Нет? Ты уверен, то, что она как бы хиловская? Джаз дует, ты хила собираешь вторым спеком, понял? Правильно я тебе? Это обоссанная шапка вообще. Ну, пока не выбит. Что-нибудь из орлка будет бегать. Джаз дует. Ребята, кто будет ролить всякую хуйту, когда у них что-то лучше, вы будете получать пиздов и минус ролл к следующему луту.
Дальше.